Сообщения о новом крупном ДТП с участием маршрутного транспорта пришли сегодня, на этот раз из Пятигорска. Жертвами аварии стали 3 человека – пассажиры автобуса, в который на перекрестке врезался грузовик. По данным ДПС, водитель мусоровоза «КамАЗ», выезжая со второстепенной улицы, не пропустил маршрутку, которая ехала по главной дороге. В автобусе находились 15 человек. 8 пассажиров получили травмы и были госпитализированы в городскую больницу. Водители обеих машин не пострадали.